пялись. Хливки, шарки пырялись на нове, и хрюкотали зелюки, как мюмсики в мове. Надо придумать такую сатиру, чтобы она была острая, чтобы она была злая, чтобы она людей... Но чтобы не обидная была. Ну, вы знаете, это я не представляю, как же это можно сделать-то? А надо как-нибудь завуалированно критиковать. Это как что? А вот не называя фамилии, не называя профессии, просто один блондин проворовался, не догадайся, о ком он говорит. А? Прямо хоть специальный шифр придумывай. Какой еще шифр-то? Такой, что вот никому ничего понятно бы не было. Да. Чтобы одни думали, что это мы таксистов критикуем, другие официантов, а третьи пусть думают, что еще кое-до кого добрались. Давайте. Скажите, Новицкий, почему вот у нас в последнее время блям-блямчики не вегереснируются? Почему, говорю, у нас блям-блямчики не вегереснируются? А? Ну так как же? Как же они могут вегереснироваться? Как же они могут вегереснироваться, когда кругом такая сочепыжность? Сплошной зумбодиктизм. А все почему? Почему? Расколемакались все. Расшмалипунькались все. Каждый плюгавчик строит из себя фрум-фрумчика. Так их же все время викшнируют. Никто их не викшнирует. Почтополи на них нет, вот что я вам скажу. Да! Да. А вот когда дрепянчики куздряются, куздряются и юзлы-музлы. Чего? Ну, я говорю, когда дрепянчики куздряются, куздряются и юзлы-музлы. Что же, и эти, и цурипопики куздряются? Да нет, цурипопики не куздряются. Цурипопики трафальгируются в скнюсиков и викинтесываются, викинтесываются, викинтесываются. Вот почему в этом вопросе такая стрипулеть. Вот это сатира. Тут уж никто не обидится.